Хорошо, мы приветствуем Эльвиру, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Надо доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3, сканер начинает сканировать пространство над головой Эльвиры, под ногами, 7 тонких тел Эльвиры, находит все. У нее огромный арахноид сидит в голове. Огромный арахноид, понятно, хорошо. Пина голова. В клетке уже? Угу. Без инкуб. В ее биополе больше нет никого. Три канала? Да. Я даю команду, значит, три. Все невидимые каналы проявляются. Один, два, три, если таковые есть. Выстраиваются каналы в клетку-тюрьму. Ты знаешь, каналов нет. Кто-то убежал. У нее в доме рептилоиды забирают ее энергию. Но в ее телах их нет. Хорошо. Так, я даю сейчас команду на счет три. Эльвира начинает выдавливать из себя всю энергию, включая внутренний белый свет, чужеродные энергии на частоте рептилоида. Один, два, три. Только на частоте рептилоида начинает выходить. Очень мало, больше брал. Этого достаточно мне. Засобирался шар? Да и отправляю его в клетку тюрьму. И от этого шара я выстраиваю канал к ответственному рептилоиду и силой моего намерения притягиваю в клетку тюрьму, и он становится моим заложником. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Греи притянулись, рептилоид. Вот так вот. Так, какие сущности у нас в гостях? Сколько Греев? Двое. Два Грея. Не говорят, что мы с ними не связаны. Вы связаны. Если бы вы не были связаны, я бы не нашел вашей энергии. Понятно? Если еще один раз попытаетесь меня обмануть сегодня, я сожгу все, что и у вас есть. Вам это понятно? Он говорит, края? что мы ничего у нее не устанавливали. Откуда отток энергии шел? Откуда это? Откуда вы в квартире установили? Хорошо. Он все говорит, нет... что нам снимать надо в разных местах. А я сожгу всю. Я могу прямо отсюда это все сжечь. И в разных местах вы мне для этого не нужны. Значит, направлю туда стихию огня и сожгу все. Он говорит, что ты бушуешь, мы все снимем. Я бушую, потому что вы воровали у нее энергию, не входя в ее биополе. Вы пытались кого обмануть? Никого не обманывали. Хорошо. Так, у нас получается, значит, здесь пять каналов, правильно? Арахноид, без инку, рептилоид и два грея. Да. Хорошо. Так, вы все обнаружены. Сегодня происходит чистка по воле излиянию, изъявлению Эльвиры. Мы здесь законно, вы незаконно. Сейчас начнется реверс энергии. Мы дадим вам все темное, заберем все светлое. После этого я дам команду вытащить все из биополя, что вы оставили. После этого я буду отправлять, вернее, проводить проверку. И все, кто пройдут проверку, я отправлю на их чистоту первый раз. Если кто-то что-то оставит в биополе, я того сожгу. Всем понятно? Да. А, хорошо. И. Я даю команду на счет три тонкой копии Эльвиры. Спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные патогенные, низкой вибрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Эльвире. Энергии страха, неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 100 раз до последнего микрона. Так, арахноид, как долго ты находился в этом биополе, Огромный арахноид. 10 лет. 10 лет. Он не пускал никого. Ну, как я вижу, впустил-таки кого-то, да? Вечная борьба, говорит. Ну, понятно, да. За место За... под солнцем. За место под солнцем. Десять лет. Хорошо. Какие ты боли ей причинял на физическом плане? Он не знает. Он синхронизирован с ней полностью. Я вижу. Хорошо. Так, считай цифру беса над головой. Седьмой или восьмой? Восемь. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Шесть месяцев. На что зашел? Какая ситуация была? Расскажи. Во сне зашел. Она слабая была или что? К каким обманом ты вошел? Что там было? Что ты ей показал? Он показывает на рептилоидов отток энергии был. Вот как, вот как рептилоид. Значит, все-таки был отток энергии. От, Они... Отдел носки. Лярвы есть на теле у нее? Должны быть от арахноида. Есть, на затылке. Хорошо, я, я потом дам команду вытащить всю из ее биопули тебе, и потом я дам отдельную команду вытащить. Ней, можешь забрать эту лярву. тебя понятно? Да. Хорошо, инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Год. Год, значит, ты был до беса. Сам зашел? Сам зашел. Понятно, хорошо. Во сне и не показал картинки. Эротически? Да. Хорошо. Сладкий. Ну, сладкий, да, я знаю. Хорошо, рептилоид, и так вы как долго устанавливали, как вернее, вошли в эту квартиру, как долго вы там были, воруя у нее энергию. Восемь месяцев, как все установили. Восемь месяцев, понятно. Хорошо, значит вы тоже синхронизированы с ней. Хорошо. Так, ревер закончился? Да. Устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Эльвира забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Эльвира себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Значит, Грей, вы ничего не оставили в ее биополе сейчас, да? Нет. И у рептилоида там тоже ничего нет. Ладно, тогда сделаем следующее. Я вам сейчас открою портал в дом. Вы пойдете и будете все собирать. Через пару минут я приду туда и отправлю вас тогда со всем этим домой. Все понятно? Да, понятно. Открывается сейчас портал в квартиру, в дом Эльвиры. Один, два, три по часовой стрелке. И рептилоид с Грэмми уходит, вернее, против часовой стрелки. И рептилоид Грей уходит вместе в, это, в этот дом. И ждут меня там. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Они нам здесь не нужны. Усиливаем потоки реверса. Закончился реверс. Хорошо. Так, Инкуб, я прошу тебя выйти сейчас, вытащить все, что ты оставил. И вернуться в клетку, доложить мне о готовности к проверке. Приступая. Но арахноида говорит такой он страшный, противный. Инкуб. Поймал мою девочку, в своей сети. А что ж ты не защитил свою девочку? Не нравится он ему. Да я не знаю кому он вообще нравится. Чем он да, снимает? Он снял все. Ленты, да? Он ей рот заклеивал. Ага. А еще что? кожаные какие-то штуки. А он не накидывал на нее ничего случайно? Нет, он не накидывал, там арахноид. А, только поэтому, иначе бы накинул я, больше чем уверен. Хорошо, инкуб все сделал. Без давай, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, и докладывай о готовности. Что Моски там Носки и на руках. Угу, носки и руки. Связал? Нет, как перчатки или что-то товаришки такое. Что оно вызывало, раздражение или что там вызывало? Слабость в руках. Хорошо. Да, да. Ну, теперь знаем причину слабости в руках и ногах. Готово. Хорошо, без я тебе разрешаю снять лярвы, которые находятся на ее биополе. Забирай все, ничего не оставляй. На голове. На голове, да? Затылок. И на самое. Ну, там, где арахноид Там, где арахноид сидел, да, конечно. Не Все. Хорошо. Так, и арахноид, давай, выходи. Высасывай всю свою жидкость. Доставай все, что ты оставил в биополе. Ничего не оставляй. докладывая готовности к проверке. У нее инкубатор, и она, она разбрасывает детенышей с нее везде. В смысле разбрасывает? Инкубатор разбрасывает? И кто разбрасывает что? Арахноид разбрасывает детенышей там, где она появляется. А, так она еще, получается, как бы заражает и другие, да? Ну да. У нее на чердаке арахноид поселил. Угу. Детяныши. Ар... Арахноид, у тебя там твои родственники остались в квартире, я смотрю, да, в доме? Да, чердак занимает. Ну и как мы будем этот вопрос сейчас решать? Потому что мы сейчас в дом пойдем. Он не связан. Там и найдешь их. Хорошо, я их отправлю туда на эту же чистоту, как и тебя. Он у нее сзади, этот затылок, спина, руки. И вот эти еще пальцы, его mm -hmm. полностью как она проткнута, как ими. Как будто он руководит голова и в животе инкубатор свой развод. Вообще по всему телу. Да. Mm -hmm. Забрал все. Хорошо. Так, и я даю команду на рассинхронизацию энергии Эльвиры с энергией Арахноида, беса и Инкуба. На счет три. Один, два, три. Она вот к спорту, как такая светло-серая такая паутина возвращается. Как расплетается с ней эта паутина. Хорошо. А к другим? Наверное, не успели так сильно синхронизироваться. К другим тоже что-то есть, как энергия не прозрачная отделяется. Угу. Хорошо, ждем. Готово. Отлично, хорошо. И я даю команду. Нет, я подхожу сейчас к Кельвире, кладу руки на плечи и даю. Помогаю ей сделать импульс высокого образованного шокового удара на счет 3 и сжечь все каналы к интерферентам. Один, два, три. Пошел мощный удар, сжигаются все каналы, она говорит, что я хочу сама такой удар делать. Хорошо. Но ну, пока мы работаем, поэтому научитесь дальше. Пошли. Готово. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. У нас там еще в клетке шар был. Закрывая, печатая, растворяя шар от рептилоидов. Да, в клетке был? Нет, шар в квартире. Шар в квартире. Хорошо, все. Значит, тогда я даю команду, значит, три сканера начинает сканировать все семь тонких тел Эльвиры, проводит проверку. Малейшие мелкие частицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное будет обнаружено, загорается ярко-красный маячок. И включается программа медицинская и в случае, если надо какой-то орган восстановить. Сканер начинает сканировать Эльвиру и проводит проверку. Зеленый. Хорошо, все прошли проверку, буду отпускать. Все, обращаясь к Арахноиду, Бесу, Инкубу, вам запрещено больше в это тело приходить, найдите себе новое место обитания. Мы этого человека будем контролировать, если он нам пожалуется на плохое самочувствие, мы через 10 минут вытащим вас. После этого у нас уже будет совсем другой, очень неприятный разговор. Всем понятно? Найдите себе новое место. Хорошо. Бес, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал на чистоте беса против часовой стрелки. Один, два, три. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Арахноид готов уходить? Готов. И открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Готов. Хорошо, инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, клетка пустая у нас? Да. Поехали дальше. Переходим на чистоту негативной эгрегор, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Есть эгрегор. Хорошо. Пусть она посмотрит эти эгрегоры и скажет, готова ли она их отсечь. Она говорит, что отсекаю все негативные. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Я подхожу к Эльвире, кладу руки на плечи, помогая ей совершить. А, вот, Эльвира, попробуйте сами. Вы хотели сделать удар? Хотите попробовать? Хочет. Хорошо. И я даю команду. Проводим подключи работу по отключению негативных эгрегоров. Тонкая копия Эльвиры приняла решение. Концентрирует свою энергию на счет 3. Отсечет все негативные, ненужные для нее энергии. Один, два, три пошел мощный удар. Но она несколько ударов делает, одним не может она отсечь. Может, у нее энергии мало. Хорошо, я подхожу к ней, кладу руки на плечи, помогаю ей моей собственной энергией сделать импульс высокого вибрационного шока удара, значит, три сжечь все каналы к эгрегорам. Один, два, три, удар. Готов. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, и эти эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Запроси поле, сколько энергии нужно Эльвире, и какая частота вибрации максимально комфортная для полного восстановления и корректировки. 350 и 26. Да. Хорошо. И насчет 3 в макушку головы Эльвиры начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота и вибрации поднимается до числа значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Эльвира, как вы себя чувствуете? Эльвира рассматривает себя, чувствует отлично. Замечательно. Хорошо, продолжайте делать практики, те, которые мы вам показали в этом сеансе. Заправляйте себя энергиями, как мы вам показали. Цифры мы вам назвали, сколько вам нужно. Энергии, какая чистая вибрации. Гармонизируйте, синхронизируйте после этого все. И это нужно делать каждый день, Эльвира. После этого еще читать манифест, конечно, нужно для укрепления это все изнутри. Вам это понятно? Непонятно. Столько информации. Благодарю вас. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Эльвиры в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключаясь от Эльвиры, и перемещайся к входной двери. Ее дома. 1, 2, 3. Да, я на месте. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Входи в дом. 1, 2, 3. И у нас 3 устанавливается по всему периметру дома лазерная клетка тюрьма на метр выше крыши и на 5 метров в глубину от фундамента. Начинает сжиматься. Значит, 3, 1, 2, 3. И устанавливается в одной из комнат, притягивая в себя всех интерферентов, находящихся в этой квартире. Все воронки, все чужеродные воздействия, энергии, все патогенное, негативное притягивается в клетку тюрьму. Нам нас летит со всех сторон здесь. Грей с рептом там? Арахноид, грей, репты. Красный дракон у нас здесь есть. Ага. Три воронки. Три воронки. И без. Грей, красный дракон. Три воронки. И без. Шесть под воронками открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И воронки улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, рептилоид Грей, вы все собрали? Собрали. Хорошо. Готовы уходить? Готовы уходить. Хорошо, больше сюда не приходите. Я все буду закрывать здесь. Все понятно, да? Понятно. И я даю команду на счет 3 открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте рептилоида 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая печатая растворяй И я даю команду на счет 3 открывается портал наверху против часовой стрелки на чистоте Грэя Забирает все, что они с собой принесли и уходит на свою чистоту, закрывая печатая растворяй Готово. Хорошо. Арахноид, мы только что вашу маму отправили там на чистоту. Я даю сейчас команду Давай, выходи из клетки, собирай все, что ты оставил в этом доме, и возвращайся в клетку, мы будем отправлять тебя назад. Приступай. Но у него чердак и подвал. Любимые места. Снимает. Там, там, где меньше всего люди ходят, им там нравится. Паутины много на чердаке. Давно жил в этом доме, арахноид? Сколько лет? Он пугается тебя, говорит недавно. Да не, б, не Смотал а, все. Че он меня пугается? Что, я страшный такой или все что достал? Был? Хорошо так и открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, забывает дорогу назад, закрывая, печатаю. Растворяй. Готово. Красный дракон. Как долго ты находился в этом доме? Считай, цифры над головой, Вера. 564 Он в спальне у родителей жил. Спальню у родителей. Хорошо. Красный дракон, я тебя прошу выйти сейчас, собрать все, что ты оставил в этом доме, и доложить о готовности к проверке. Приступай. Готово. Пластина у него на потолке сняла. Хорошо. Красный дракон, я прошу больше в этот дом не пытаться приходить, мы все здесь будем закрывать. Найди себе новое место обитания. Все понятно? Да. И я даю команду на счет 3. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Хорошо. Без. Считай цифры над головой. 7. 7. Хорошо. Без. Давно в этом доме живешь? Захожу, выхожу. Заходил, выходил. Это уже в прошедшем, уже не, не через не, не во что заходить. Давай сделаем так: я тебе предлагаю такой вариант. Ты сейчас выходишь в первую очередь, собираешь все, что ты оставил в этой квартире. Одеялки снимаешь. Если ты оставил носочки на ком-то в этом, в этом доме, ты мне скажи сразу. Потому что если я второй раз тебя вытянут из-за носочков на членах семьи, то ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Понятно. На ком есть носочки? Не на ком. Хорошо. Одеялки есть? Есть одеялки. Разбросано под кроватью есть комочки? На лестницах есть. Хорошо. Давай, выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме на своей чистоте. После этого ты мне покажешь все порталы в доме, а после того, как я их закрою, я соберу весь негатив в этом доме и отдам его тебе с собой. Ты согласен? Согласен. Давай, приступай. Собрал. Хорошо, давай, пошли показывай, где порталы. Окно кухни. Окно кухни. Хорошо, под окном кухни по всему периметру открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом портала и все его частицы. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Он говорит, все? что все показывать. Ты хочешь если все? Так видно. Я-то могу все сам сжечь. Тогда я черную энергию тоже сожгу. Значит, ты не хочешь ничего, так ты мне так и скажи. Мы вроде договорились с тобой. Ладно, ладно, покажу. Шкаф в спальне. Шкаф в спальне. И под шкафом в спальне открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда. Этот портал вместе с ним засасывается в фантом портала. Все частицы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Что-то там мне зеркало какое-то идет. Есть там что-то зеркало? В ванной комнате. В ванной комнате. Зеркало, да? Стена с зеркалом. Хорошо. И по всему периметру ван... э, этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывается туда этот портал, уходит на переработку. Вместе с ним уходит фантом этого портала. И все, возможно, оставшиеся частицы, все на переработку. В чистую первичную энергию, закрывая, печатаю растворяя. Пошли дальше. Он говорит, что в самом низу есть портал в стене. Ну, пошли туда. Ну, мы здесь. И видишь его? Да. И по всему периметру этого портала внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывается туда этот портал. Уходит на переработку. Вместе с ним фантом этого портала уходит. На переработку все в чистую энергию уходит. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Все? Или еще есть? Говорит все. Хорошо, пошли тогда к клетке поднимемся. И я даю команду. Готово. Большой шар. Большой. Хорошо, Бес. Отправляю бесу. Да, это то, что надо. Вот так. Вот, видишь, значит, кооперировать с нами. Хорошо, все, мы здесь закончили. Бес. Я тогда буду тебя отпускать, и тогда найдите себе новое место обитания, все будет здесь закрыто. Все понятно. Да, понятно. Хорошо, и открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три. И Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою частоту. Один, два, три. забывает дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая? Да. Открывается под клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Клетка улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И я даю команду на счет три над домом открывается поток готово отлично хорошо мы здесь закончили и насчет три переносить входной двери один два три я здесь. И переходим на участок. Один, два, три. Ты на земельном участке. Я даю команду по всему периметру. Земельного участка без дома. Все патогенное, все выходит и устанавливается во дворе. В клетке тюрьмы. Один, два, три. Здесь арахноид, демон. Поехали. Две воронки. Две воронки. Арахноид, демон. Все. Хорошо. Демон, какой? Считает цифру 17? Двенадцатый. Двенадцатый. Так, две воронки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И воронки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, я закрываю, печатаю, растворяю, обращаюсь к арахноиду. Арахноид, выходишь сейчас, собираешь на этом земельном участке всю свою паутину, все, что у тебя, если потом стоит, все забирай, возвращайся. В клетку тюрьму я буду тебя отправлять на твою чистоту. Там постройки какие-то оттуда. Но они любят безлюдные места. Гаражи, сараи, бани вот такое место. Они обожают это. Добрал. Хорошо. Все, арахноид, я тебя отпускаю на твою чистоту. Больше сюда не приходи. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, Демон, ты тут хозяйничал во дворе, да? было дело, да. Понятно, хорошо. Есть еще какие-то порталы открытые на... Есть. Пошли покажешь, а я тебе потом соберу весь негатив земельного участка и отдам с собой в дорогу. Договорились? Да. Давай, пошли. Это угол какой-то, как забор или что здесь? Хорошо. Тебе, ты видишь его. И по всему периметру этого красного возле забора открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все на переработку. В чистую первичную энергию уносится. Готово. Хорошо. Еще что-то есть? Нет, он пожимает. Хорошо. А что Веча. ты оставил на этом участке? Собери туда. Приступай. Готов. Хорошо. И я даю команду. Из каждого сантиметра земли до глубины 7 метров начинает выходить. 1, 2, 3. Все негативные энергии, все высасывается до числового значения 100%. Готово. Большой шар. Здесь, знаешь, из земли какой-то негатив вышел. Да. Большой. Хорошо. Демон, забираешь? Да, забирает. И отправляю демону. Этот шар. Отлично. Хорошо, все, демон. Ты должен был остаться довольным. Я буду здесь все закрывать, поэтому найди себе новое место обитания. Все понятно? Да. И открывается внизу значит, три. Против часовой стрелки. Портал на чистоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все, Вера, мы закончили. Значит, три. Переносимся к входной двери. Один, два, три. На месте. И я даю команду: отключайся от дома и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.